Добрый день, уважаемые коллеги, инвесторы, партнеры, хейтеры, сторонники проекта, противники проекта, все, кто нас смотрит. Что можно сказать? Сегодня 25-й день, но не 25-е число. Сегодня 2-е число, но 25-й день монтажа металлоконструкции здания. И мы решили немножко рассказать о нем. Не обращайте внимания, работает техника. Рассказать о нем, почему. Мы 25 мая на этой же площадке проводили мероприятие по закладке капсулы времени. Но это было 25 мая. А сегодня 2 июля. Не прошло и месяца с момента установки первой колонны здания. И вы видите на заднем плане уже каркас собранный, 17 по 23 ось. 7 осей собрано здание. Месяца еще не прошло. Это поставлен металлокаркас. Вот, и не просто поставлен, он выверен, отъюстирован, выполнена геодезия. Все колонны стоят абсолютно ровно, вертикально, в одном уровне. Нет ни перекосов, ни каких отклонений. Все это выверено, подтянуто, протягивались динамометрическими ключами все соединения болтовые. На прошлых роликах вы это все наблюдали. Сейчас на площадке идет активная работа, подготовительная работа для выполнения дальнейших работ. Потому что осей еще много, потому что мы только 17, еще 16 осей необходимо смонтировать металлоконструкции. Но тем не менее, по этим осям уже можно продолжать выполнять другие работы, связанные с монтажом перекрытий, но прежде чем это сделаем, мы, работники, выполнят, подрядчик выполнит работы по подливке колонн. Сейчас мы с вами пройдем на площадку и посмотрим, что это такое. Поэтому сегодня я постараюсь дать максимум объяснений, пояснений, комментариев, для того, чтобы было бы понятно, что происходит. Пойдемте. Вот смотрим. Слева от меня видно выгрузка опалубки, перемещение опалубки. Переместили. Значит, эта опалубка передвинута для выполнения работ по заливке лестничного марша. Вот видно, сделана подбетонка, колонны, фундаменты видим. И видим, площадка под бетон. Там начался сборка опалубки для того, чтобы лить шахту лестничного пролета. Пойдемте дальше. Вот справа видно, произвели съем опалубки, заливались фундаменты под колонны, и видно, он арматурные решетки стоит, арматурная сетка, это вот как раз марши лестничные выполнены. Также мы можем видеть, вон на заднем плане мы сейчас подойдем, тоже лестничные марши, пойдемте. Здесь только вот предели бетон, видно, заливали. Сейчас подровняют, провибрируют его, электроэнергию подтянули, будут вибрировать глубинными вибраторами. Вот здесь выставлена опалубка для заливки. С этой стороны видно уже готовые фундаменты, на которых выполнена гидроизоляция. Вот, прошу обратить внимание, вот напротив лежит склад опалубки. Мы можем, там сейчас работает каток, вот сейчас смотрим, сзади лежит склад опалубки. Эта опалубка предназначена для монтажа и заливки
перекрытий. В первую очередь будут заливать перекрытие между первым и вторым этажом. Сделано будет. Вот, поэтому это специализированная опалубка. Эта опалубка сюда доставлена. И сейчас там вот уплотнение грунта выполнят внутри здания. Вот, и после подливки колонн, набора прочности подливочного материала бетона, мы увидим, как будет собираться опалубка для перекрытия и потом заливку. Вот сейчас мы подойдем и посмотрим, что такое подливка колонн. Вот, вы видите, что на фундаментах есть анкерные болты, и они сделаны от гайки. Это сделано специально для того, чтобы можно было выставить колонны по одному уровню, для того, чтобы геодезической отметки в ноль сделать. И вот если сейчас операторы сделают съемку, то можно увидеть, что все колонны как по одному шнурку натянуты. Вот эта колонна выставлена полностью, мы видим, что под ней есть зазор. Вот здесь будет установлена опалубка, и специальным раствором будет выполнена подливка по всем колоннам. Это необходимо было сделать для чего? Что, как бы мы ни старались, абсолютно ровно фундамент отлить не удается. Поэтому технологически предусмотрен вот такой процесс. На сегодняшний день у нас здесь 78 колонн, которые надо будет подлить. После этого монтажники со строна разложат профлисты и начнут, поставят опалубку и подготовят к заливке перекрытия. А уже заливку будут выполнять другие работники, другая организация. И вот мы видим, что у нас вот справа от меня это лестничный марш. Нулевая часть выполнена, сейчас он выставляет арматурные сетки, потом поставят опалубку и погоним вверх уже саму шахту, будет подниматься вместе со зданием. Здание, насколько вы обратили внимание по предыдущим снимкам, видеороликам, у нас разноуровневое, как внутри здания. Вот я сейчас стою в пролете, этот пролет у нас двухэтажный. Напротив меня пролет трехэтажный. Если мы переместимся вправо вот сюда, то тут тоже видно, что двух-трехэтажная часть. И вот хорошо видно, если вот так горизонт возьмем, это все хорошо видно. Вот эта вот часть здания, в принципе, в основном складская. Здесь будет находиться склад сырья, материалов и готовой продукции, склады. Прямо по проходу, видно, вот свободный проход, будут двое проемов ворот для того, чтобы машины с контейнерами, с грузами могли заходить и разгружаться уже здесь, не на улице, вот через задний пандус. С правой стороны, пройдемте сюда, правой и левой стороны от здания, от основного здания, есть пристройки. На рендере вы их видели. Вот мы сейчас находимся в пристройках. Боковые уши, так называемые. Чебурашки наши. Вот. Вот эти вот помещения предназначены для монтажа и установки специализированного оборудования. Здесь будет стоять специальное оборудование. Вот мы можем выйти наружу сейчас, чтобы было лучше видно. И покажем это дело. Вот здесь хорошо видно, вот что отдельное здание. У него будет, мы видим, вот, что отняли эти пристройки, у него вот уже пошел монтаж цокольных панелей, это нижней части. Вот этими панелями здание будет охвачено полностью. И тут видно, что по центру есть проем. Здесь будут стоять ворота, для того, чтобы можно было завозить тяжелое оборудование, технологическое оборудование, потому что здесь будут подстанции собраны, установки для производства газа и другое оборудование,
которые будут выведены у нас из основного здания. Почему вот мы, когда нам говорили, что любое здание возьмите, там сделайте и так далее, вот так не сделаешь. Это здание полностью специализировано под решение конкретных задач. Кроме основного марша, здесь у нас прохода будет, вот видно, проем. Дверной будет отдельный вход. Вот. Вот эта часть будет тоже закрыта пандусами. Вот. И мы видим сейчас вот сзади идет процесс вязки арматуры. Тоже для лестничных маршей. Вот. Здесь мы видим, что пандусная часть вот с этой стороны идет монтаж навеса козырька над пандусом. Вон видно балки, вот сейчас работает кран установки. И также мы видим, что цокольные панели уже установлены. Сейчас будут, помимо прочего, устанавливаться панели цокольные здесь вот по всему периметру, потому что уже освобождение сделано. И с той стороны сделано освобождение, и пойдут работы по монтажу цокольных панелей. И в принципе здание уже приобретет свой контур. Также мы можем с вами посмотреть вот спереди, перед нами. Если помните, на предыдущих роликах здесь был склад большой. Лежали металлоконструкции. Сейчас тут уже одни остатки. Мы видим, что склад почти пустой. Хотя буквально недавно мы сюда работники, подрядчики принимали груз. Но металлоконструкции, они освобождаются, поднимаются наверх, раскладываются, площадка освобождается, потому что после того, как она освободится, сюда будут доставлены ограждающие конструкции и кровельные материалы. Поэтому, вот вы видите, какая работа идет. Работа идет, невзирая на то, что тут был у нас катаклизмы, и снегопады, и ливни, и заливалось, и шло водоотведение. Вот сзади, вернее, передо мной, можно посмотреть, яма приямок для приема воды, водоотведения, выкачка и так далее. С других сторон тоже такие же вещи сделаны. Поэтому водоотведение выполнялось своевременно. И также видно, что насколько здание приподнято над общим рельефом. Это позволяет нам избежать всяких неприятностей в дальнейшем при эксплуатации, что не будет ни подтопления, ничего. Поэтому фундаменты все приподняты, все сделано, как говорится, в лучшем виде. Поэтому, в принципе, что можно сказать? Месяца не прошло, все ждали, когда все, когда. И вот оно случилось, оно пошло. Но для того, чтобы все это пошло, должна была быть проделана огромная работа подготовительная, потому что проект уникальный, архитектурная часть уникальная, металлоконструкция уникальная. Это все уникально. Под каждую деталь металлоконструкции, подо все выполнены чертежи сделаны. По этим чертежам изготовлены конструкции. За все это заплачены деньги. Бешеные деньги, очень большие деньги. И можно себе только представить, что могло бы случиться, если бы вовремя не был собран нужный объем средств и не были проплачены авансы за изготовление всего этого дела. И поверьте, вот, проплатив очень большие деньги, еще не имея результаты, было морально достаточно тяжело, потому что могли произойти любые процессы. Но тем не менее, все произошло удачно, все произошло, как и договаривались, предусмотрено в договорах. Все это сделано. Но, тем не менее, расслабляться нам не приходится, потому что не все еще изготовлено, много находится в изготовлении, в том числе и оборудование, теплотехнологическое оборудование для здания. Очень много чего надо еще делать. И, к сожалению, цены на материалы
растут. Хочется надеяться, что этот рост хоть как-то прекратится и все стабилизируется. Потому что очень трудно прогнозировать работы и организовывать их, и проплачивать, потому что вот такую нестабильность, с такими катаклизмами, работать, поверьте, крайне тяжело. Крайне тяжело. И чем сложнее становятся условия работы, тем жестче требования по дисциплине исполнительской, организационные, технологические требования. Все ужесточается. Во что это выливается, я лучше промолчу. Но приходится быть крайне требовательным ко всем процессам. Но мы понимали прекрасно, за что мы взялись и чем занимаемся. Иллюзий ни у кого нет, абсолютно нет никаких. И основная задача, программа минимум, до осени закрыть внешний контур здания. Кровля и ограждающие конструкции, для того, чтобы подготовить здание к монтажу внутреннему. Это будет еще один очередной очень большой этап. И вот только дойдя до него, мы поймем, а что же нас ждет, какие траты нам предстоят. Потому что очень много кабельной продукции будет потребуется, отделочных материалов. Ну а что на рынке с ними происходит, вы сами прекрасно знаете. Если мы сейчас вернемся к началу проекта, 17-й год, когда мы смотрели, мы планировали 3 года. Сегодня уже 18, 19, 20, 21. 4 года. И по идее мы должны в 22-м году в это же время уже сдавать здание госкомиссии. Хочется надеяться, что так будет, но уверенности такой нет, потому что мы не боги. Вот, будем стараться все это сделать и вложиться в эти сроки, но очень много вопросов, очень сильно поменялись условия. Если мы сейчас вот ожидаем из Китая оборудования, ну что сказать, цены на транспортные услуги выросли в 10 раз. В 10. Металлоконструкции, металл в 3. Песок, вот это вот то, что засыпается, то, что мы видим, тоже подорожал. Рабочая сила тоже подорожала. И кто бы в 16-17 году мог сказать, что такое будет. Но тем не менее, коллеги, это уже становится реальностью, осязаемостью. Есть, как говорится, что пощупать руками, посмотреть глазами. Это уже не то, что было в бумагах, документах, в планах и так далее. Вот оно уже физическое. Это материальные объекты, которые имеют уже определенную стоимость. И уже целый ряд финансовых структур выходят с предложениями дофинансировать проект. Почему? Потому что они знают, если что, отнимут и продадут, и с прибылью выйдут. Как некоторые структуры любят это делать. Но мы четко понимаем проблематику таких действий. И четко понимаем, что как только войдешь в такие взаимоотношения, завершение проекта будет находиться под вопросом. Это, ну, как вот есть поговорка, говорит, если ты хочешь спать спокойно, не давай взаймы денег. Потому что если ты дашь большие деньги взаймы, тебя могут и убить. Дабы не возвращать. Дороже нанять киллера, чем вернуть долг. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы выполнить свои взятые обязательства. Но а всех инвесторов я прошу не расслабляться, выплачивать рассрочки. Потому что остановка стройки смерти подобна. Нельзя останавливать процесс. Любая остановка приведет к очень большим издержкам. К очень большим издержкам. Поэтому никаких иллюзий. Никаких иллюзий. Ни у нас, ни у вас не должно быть. То, что мы умеем работать и можем организовывать, видно, по-моему. Потому что сколько вы ходили по площадке, смотрели в кадрах, все отмечают, что идеальный порядок по сравнению с другими стройками. Технологическая дисциплина тоже на высоте, все на высоте. И поверьте, это
дорогого стоит. Дорогого стоит. Вот. Ну, сейчас немножко ребята подснимут, что происходит на площадке. Вам приятного просмотра. И до новых встреч. И я думаю, что следующая встреча у нас будет ровно, когда исполнится месяц с начала монтажа. Всем хороших дней, теплых и хорошего настроения. И хай помрет ковидло. Всем пока.